тут за березками кто-то лег. Или коза, или козел, не знаю. Метров 30 осталось. Пытаюсь подойти. Иду, как этот весь наряженный. Не знаю, видно, нет. Несу соль на солонец. Сейчас не фокусируется. Один, два, три, четыре, пять. Перелазим через дерево. Шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13 метров. Вот здесь она лежала. Поди еще где-нибудь козлики есть. Шариться не буду. После пожаров тут трава высоченная. А лес вообще плохо выглядит. Как-то вот так вот. Вот когда-то было видео. Ну, на втором канале «Животный мир за Урале». Волшебное дерево называлось. Кабан все приходил, несколько лет чесался. Ну, разные кабаны. После пожара совсем дерево плохо стало, тропинка. Здесь есть какая-то вот подхода. Это не мои следы по тропинке. Наверное, кто-то когда-то почесался хорошо и свалил. Но последние года уже оно начало сохнуть, когда... На него активность гораздо меньше была. А вот пока она смолу выделяла, прям они тут вообще любили чесаться, ходить. Ну, я еще креолином, конечно, его поливал периодически. Но все, в общем, дерева волшебного нету. Подхожу к солонцу. Он уже все зарос. Соли нет давно. А это обычно все до бела вылизано. Осинные старые есть следы. Периодически приходили, видимо, хотя бы землю ели. Ну ничего, сейчас обновим. 20 килограмм соли я принес. 20-19. Сейчас засыпем. Какое-то время. На какое-то время им хватит. Ну что, вот так вот теперь тут все красота выглядит. Тут позасыпал в щели. Маленько хоть впиталось, дождиками размоет. Сейчас, когда ближайшие решат еще осики попроведывать, появилось тут что или нет. Я думаю, будет. Здесь вот эту вот часть когда-то, видимо, все-таки лизали не так давно. Здесь пытались откусывать. Ну, пока как-то вот так. Сосновый лес от после пожара. Двухлетней давности. На некоторых еще он макушечки. Есть иголочки, а остальное все. Весь лес выпал. Вот такие дела. Березовый туда еще получше выглядит.